Еще раз хочу сказать, что действительно очень рад видеть вас сегодня воочию в этом зале. Тех людей, с которых 10 месяцев назад все начиналось, тех людей, без, в общем-то, усилий и стараний которых, наверное, было бы невозможно сегодняшнее мероприятие. И как вы уже поняли из рассказа Алексея, наш подход к бизнесу в корне вообще отличается от какого-то привычного. И мы не терпим шаблонных решений. И во всех своих начинаниях стремимся, наверное, идти против течения, изменяя мир под себя, а не подстраиваясь под него. И, конечно же, в связи с этим хочется отметить, что не совсем обычен и наш подход к организации системы GoFlyn. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что мы считаем, что только глядя на процесс изнутри, с позиции обычного участника, можно достичь практически идеального бизнес-процесса, и, конечно же, в котором будет все исключительно просто и понятно каждому. Именно поэтому мы вместе с вами проводим регулярно онлайн-конференции, обсуждаем насущные темы в скайпе, решаем возникающие проблемы, работаем над новыми решениями и так далее. Наверное, тут даже обсуждать это не стоит. И именно благодаря этому администрация компании имеет возможность очень тонко оценивать ситуацию на рынке и оперативно предпринимать различные решения для того, чтобы постоянно удерживать лидирующие позиции. Я сам прошел весь путь от новичка системы, не афишируя своего статуса и не имея никаких преимуществ перед другими участниками. И, как вы, наверное, знаете, на своем примере сказал очень простую вещь. То, что система GoFlyn может приносить очень и очень серьезный результат при правильном подходе к делу. Ну и смело, наверное, могу вас заверить, что после сегодняшнего мероприятия мой уровень личной поддержки к вам, ко всем другим участникам, не изменится. Разумеется, это должно быть в рамках разумного, иначе нам просто с вами будет некогда работать, да, если вы мне все начнете писать. Вот об этом я хотел бы сказать. Ну что ж, прежде чем мы с вами начнем подведение итогов за первые 10 месяцев работы компании, именно столько мы уже на рынке, даже чуть больше, давайте еще раз вспомним, как именно мы пришли к тому, что имеем сейчас, и какие трудности нам пришлось для этого преодолеть. А те из вас, кто начинал свою деятельность в декабре 2011 года, таких здесь много, прекрасно помнят, с чего именно мы с вами начинали. Это был довольно простой сайт с несколькими десятками отзывов и видеопрезентацией, которая была переведена всего лишь навсего на два языка. То есть, скорее всего, даже на один, да, на английский. А из платежных систем долгое время функционировала только одна, под названием AlertPay. Тоже вы это все знаете. А что касается платежной системы LeakPay, которую мы на самом деле планировали запустить и произвели для этого интеграцию еще до запуска. Вот, планировали, что она именно станет основным платежным инструментом на старте. Так вот, эта платежная система передумала работать с GoFlyn, мотивировав свое решение тем, что структура нашего проекта похожа на финансовую пирамиду. Наверное, всех очень удивляет слово «похоже», да? Так вот, на самом деле это была довольно большая палка в колесе, если так можно выразиться. Но, несмотря на все это, мы решили не останавливать свои планы и решили стартовать. Старт проекта был дан в конце ноября 2011 года, можно даже сказать, в начале декабря. И, преодолевая, не скрывая этого, достаточно большие трудности с оплатой, количество участников начало расти. И Алексей уже сказал, что за первый месяц работы число участников начало расти намного быстрее, чем мы этого ожидали, несмотря на то, что платежные инструменты говорили скорее об обратном, да? Так вот, это в очередной раз подтвердило нашу уверенность в том, что мы принесли на рынок проект и продукт, который очень интересен и действительно нужен людям. Вполне логично, что мы находились в постоянном поиске сотрудничества с серьезными платежными системами, которые могли бы удовлетворить растущие запросы участников по всему миру. Ведь главной наградой еще, главной преградой к еще более внушительному росту была именно проблема легкой оплаты.
В январе нами была подключена платежная система OkPay, которая, как вы знаете, частично решила вот эти самые проблемы, но только частично. И задача по обеспечению участников удобными платежными инструментами была решена частично. Но и в общем-то это действительно повлияло на тенденции роста и в том числе даже в международном формате. Сразу же у нас стал острый вопрос перевода презентационных материалов на различные языки, в том числе это сайт и, конечно же, видео и текстовые презентации. К этому вопросу мы, как всегда, подошли достаточно ответственно, и так как понимали, что именно презентационные материалы являются главным движущим элементом вирусного маркетинга GoFly. Были найдены лучшие дикторы, а именно носители языка, то есть это не какие-то переводчики. Был сделан профессиональный перевод и озвучка видеоматериалов, и уже спустя 3 недели сайт содержал 13 языковых версий. Русскую, английскую, британскую, немецкую, французскую, испанскую, итальянскую, португальскую, греческую, турецкую, арабскую, хинди и даже китайскую. Вы это тоже прекрасно помните. Это было потрясающе, и, пожалуй, именно с этого момента систему GoFly можно было по-настоящему называть международной. Но были и свои минусы у этого решения, если их, конечно же, можно так назвать. А именно бурный всплеск активности, который повлекло вот это вот наше решение. И, соответственно, возросший в десятки раз, а это порядка 500 тысяч посещений в сутки наблюдалось тогда на нашем сайте, оказался довольно неожиданным явлением, на самом деле, для нас. И сервера GoFly попросту не выдерживали этого потока. И практически целую неделю официальный сайт работал нестабильно. Вы это помните, да? Это был такой первый наш не очень удачный пример переезда. Соответственно, нам в экстренном порядке пришлось увеличивать мощности, а в итоге и вовсе переносить весь сервис на более мощную и легко масштабируемую хостинговую площадку. Мы выбрали Amazon, это хостинг мирового уровня, конечно же, совсем не дешевый, но это того стоит. Я думаю, что наш технический директор чуть позже вам более подробно расскажет об этих нюансах. Итак, вирусный маркетинг GoFly, который, как мы уже сказали, очень хорошо зарекомендовал себя в первые месяцы работы, продолжал развиваться. Но для того, чтобы он начал действовать действительно в международном формате, нам все еще предстояло решить важнейшую проблему интернациональных способов оплаты, такие как оплата с банковских карт и международные денежные переводы. Этого у нас с вами на тот момент не было. И поиск решений не прекращался ни на минуту. В феврале мы заключили договор с мощнейшим платежным агрегатором, который называется Интеркасса. И это позволило нам расширить ассортимент способов оплаты до 20 наименований, даже более. И уже можно было вздохнуть облегченно, так как для России, в частности, и для стран СНГ, проблема оплаты, можно сказать, была на 100% решена. Но все-таки это так и не решило проблему удобного получения денежных средств. Да? Именно это еще одной проблемой являлось. Вот, мы ее на сегодня решили, но как это было? Для того, чтобы нам выводить средства, помните, необходимо было устанавливать достаточно большую комиссию, это 5%. И эта необходимость была вызвана тем, чтобы компенсировать издержки платежных систем. Поэтому поиски все еще продолжались. И в марте 2012 года в поле нашего зрения попала активно развивающаяся платежная система WalletOne. Единый кошелек или единая касса, как ее еще называют. Мощное техническое оснащение, развитая инфраструктура провайдеров, огромный ассортимент способов оплаты и вывода средств, конечно же, просто-напросто не могли нас не заинтересовать. И мы приступили к переговорам. Ну и прямо сказать, после длительных переговоров с руководством WalletOne, нами совместно было принято однозначное решение о том, чтобы начать более тесное и стратегическое сотрудничество. Совместно мы разработали высокотехнологичные схемы взаимодействия и интеграции наших платежных механизмов для будущей интеграции, что позволило бы достигнуть совершенно нового уровня автоматизации системы и полностью отказаться от приема денежных средств участников на свои счета. На счета системы GoFly, я имею в виду.
Стоит отметить, что Wallet One – это, пожалуй, единственная на сегодняшний день платежная система, с которой мы, проводя переговоры, общались. И руководство, которое очень детально вникло в суть системы GoldLine и встало на нашу сторону, предоставив нам с вами огромные перспективы к развитию такой замечательной идеи, как безвозмездное оказание финансовой помощи друг другу и всемирная благотворительность. Мы детально изучили все нюансы действующего законодательства, иные юридические аспекты, после чего приступили к реализации новой технологической платформы системы, которая, как вы знаете, заняла у нас достаточно продолжительное время и продолжалась буквально до августа 2012 года, то есть несколько месяцев. Кроме того, пришлось нам пожертвовать еще несколькими днями, буквально недавно, в течение которых сайт GoldLine был отключен на обновление. Но это, несомненно, того стоило. И сегодня мы с вами имеем полностью обновленную версию системы GoldLine, которая представляет собой действительно уникальное техническое решение, никогда ранее не применявшееся ни в одном из проектов такого типа. Полностью прозрачная и юридически безукоризненная схема работы. Прямые переводы от человека к человеку исключительно по собственному желанию. Отсутствие накопления средств участников на счетах компании. Ну и, конечно же, полная автоматизация вышеописанных процессов, исключающая влияние человеческого фактора. Что можно сказать об этом? Я думаю, это просто мечта, друзья. И самое главное, что мы эту мечту с вами уже осуществили. Давайте немножечко о статистике поговорим. На сегодняшний день зарегистрированными участниками системы GoldLine являются более 300 тысяч человек, практически из всех стран мира. То есть в среднем каждый день к системе присоединяются около 1000 новых участников. 85 тысяч из них – это активные пользователи. Несложно посчитать, что участники системы GoldLine уже оказали друг другу финансовую помощь на 4 250 тысяч долларов, что в рублевом эквиваленте составляет более 137 миллионов рублей. 75% от числа всех участников, наверное, это не случайно, это граждане стран СНГ. Среди наших участников на сегодняшний день 178 человек уже получили более 5000 долларов в качестве финансовой помощи. И 1247 человек – это участники, которые получили более 1000 долларов. Что вам говорят эти цифры? Наверное, вы видите, что это довольно незначительные и очень даже маленькие цифры в мировом формате, да? Но это не может нас не радовать, потому что смело можно утверждать, что все только начинается. И мы с вами имеем просто фантастические перспективы и свободный рынок. По нашим оценкам, уже к концу 2013 года число участников системы GoldLine возрастет до 1 миллиона человек. А сумма оказанной финансовой помощи составит более 70 миллионов долларов. Почему я говорю об этом с такой уверенностью? Да потому что такие нововведения, которые мы с вами планируем, часть из которых уже сделана, а часть которых нам предстоит сделать в самое ближайшее время, очень сильно укрепляют позиции GoldLine как социального проекта. Проекта, который очень и очень востребован в широких массах. Ну, давайте поговорим об этих самых нововведениях, которые мы планируем в ближайшее время открыть для всех вас и для себя в первую очередь. Во-первых, это совершенствование платежных механизмов. И, конечно же, как вы уже поняли, это будет происходить у нас в тесном сотрудничестве с платежным интегратором Wallet One. Для всех участников в самое ближайшее время будет доступно моментальное пополнение баланса прямым платежом с банковских карт Visa и MasterCard, а также прямой вывод средств со своего кошелька сразу же на свою банковскую карту, причем не только в рублях, но и в других валютах. Как вы понимаете, как только это случится, то сразу же в сотни раз увеличатся объемы транзакций финансовой помощи по всему миру. Почему это произойдет, тоже понятно, так как удобство и простота – это главный фактор у успешной дубликации в любом маркетинге. Кроме того,
Помимо банковских карт, должны появиться множество других способов, привычных не только для нас с вами, но в первую очередь для граждан других стран. Это касается и европейских стран, и стран Азии, и стран Америки. Сейчас над этим идет у нас активная работа, и как с нашей стороны, так и со стороны непосредственно администрации платежной системы «Единый кошелек» Wallet One. То есть, как я уже сказал, вместе мы стремимся сделать очень и очень много для наших участников. Второе нововведение, ну вернее, даже это не нововведение, а продолжающееся совершенствование, это увеличение функциональности личного кабинета участников. Интеграция с платежной системой «Единый кошелек» позволяет нам не только существенно увеличить ассортимент способов оплаты и получения денежных средств, но и внедрить в личные кабинеты участников полноценные интернет-сервисы и даже целые интернет-магазины. Каждый участник сможет, не выходя из своего кабинета GoLine, получить доступ к любым провайдерам, с которыми сотрудничает система Wallet One, будь то пополнение счета сотового телефона, коммунальных услуг, либо покупка товара в каком-либо интернет-магазине. Ну а на самом деле мы готовим для вас очень много новых функций, касаемо функционала личных кабинетов, и об этом я сейчас не буду вам подробно рассказывать, и опять же, чуть позже наш технический директор об этом вам пояснит. Третий пункт наших нововведений – это массовые мероприятия и активная реклама. Об этом уже упоминал Алексей. И он говорил о том, что мы готовим целую череду массовых мероприятий, это было правда, которые будут проводиться в крупнейших городах России и странах СНГ. Ну а непосредственными участниками и помощниками в организации таких мероприятий и презентаций будут являться наши официальные представители в регионах. Некоторые из имен которых мы озвучим уже сегодня и торжественно вручим свидетельства официальных представителей компании GoLine тем участникам, заслуги в развитии компании которых в сегодняшний день мы считаем наиболее значимыми. Конечно же, это участники, которые от начала и до сегодняшнего дня активно являются приверженцами нашего с вами проекта и ведут свою деятельность здесь. Истинной идеологией системы GoLine является именно оказание, а не получение финансовой помощи. Мы об этом с вами говорили неоднократно, это я повторяю сейчас и буду повторять всегда. Вы это тоже должны говорить всем, кого сюда приглашаете. Ну а если немного перефразировать так любимую всеми вот эту вот самую идею о том, что будет, если все люди на Земле подарят вам по 1 рублю или доллару, то мы с вами и получим отображение концепции благотворительности, причем самое настоящее. То есть как это будет звучать? Что будет, если все люди на планете объединят свои усилия для оказания помощи тем, кто в ней действительно очень сильно нуждается? И, наверное, тут можно говорить не про 1 рубль, не про 1 доллар и даже не про 10 долларов, да, от каждого. Международная система финансовой взаимопомощи GoLine с каждым днем объединяет все больше и больше людей. Это не подвергается никакому сомнению. В общем-то, как и то, что настанет такой период, когда их количество будет измеряться миллионами и сотнями миллионов человек. А теперь представьте, сколько по-настоящему добрых дел мы сможем совершить, объединив усилия этих людей, объединив свои усилия в первую очередь. Мы сможем направить сотни миллионов долларов в помощь тем людям, имена которых никогда не появились бы в наших с вами сертификатах. Всем миром. Именно такое название мы дали нашему благотворительному фонду, основной направленностью которого будет являться помощь детям. В каждом сертификате появится дополнительная строка, в которой и будет значиться благотворительный фонд всем миром. Несомненно, эта строка будет являться самой главной и самой значимой в любом сертификате. И поэтому сумма, которая будет направляться в фонд, конечно же, должна быть больше, чем сумма в любой из оставшихся 7 строк. 20 долларов. Именно столько будет поступать на счет благотворительного фонда от каждого нового участника. И 10 долларов при каждом ежегодном оказании финансовой помощи по правилам системы.
Разумеется, вы не будете ограничены возможностью оказывать эту помощь только этими суммами. Благотворительный фонд уже имеет свой собственный сайт. Его адрес, в общем-то, одноименен его названию. Это www.world.pro. Он будет полнофункционален уже через некоторое время. Все желающие смогут оказывать помощь детям в том объеме, в котором захотят, непосредственно с этого сайта. Наша цель – создать крупнейшую благотворительную организацию мирового масштаба. И я, на самом деле, ни на минуту не сомневаюсь, что все действующие и будущие участники системы GoldLine поддержат нам в таком стремлении. Ну а официальный сайт, старт вот этого вот нашего проекта нового, открытие благотворительного фонда, начало его работы намечен на 1 октября 2012 года. Мы прошли достаточно долгую процедуру регистрации, поскольку благотворительный фонд – это не ООО, это нечто очень и очень серьезное. И это отдельная организация, которая будет вести самостоятельную деятельность в международном масштабе. То есть уже через неделю, как я уже сказал, 1 октября, вступят в силу вышеуказанные обновления маркетинга, и все участники получат новую мотивацию к активному развитию системы. Но это еще далеко не все, и не все нововведения, которые вас ожидают. И сейчас мы поговорим о системе GoldLine в совершенно другом ракурсе. А об этом вам расскажет Алексей. Алексей, пожалуйста.